Всем привет, с вами Слава и Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Seven Days to Die. Продолжаем выживать. Разобрались с респауном барахла в контейнерах. Поставили на сколько? 3 700... года? Ну, короче, то есть, если там стоит 0... года. Если там стоит 0, а по умолчанию там стоит 0 в настройках сервера, как Слава говорит, то лут там респавнится просто каждые 0 секунд. За 0 секунд. Так. Надо съесть кусочек мяска. А я это, поем... Сейчас надо привыкнуть еще. Кушай мясо, потому что wellness добавляет, здоровится. Будешь кушать себе. Еще прям много мяса. 4 куска есть, нормально. Ну... Че экономить на себе любимом? Его прямо отсюда, он даже прямо отсюда можно. Да, кушать. Просто кликай, да, и нажимай eat. Вот это удобно. Так, а где мой... Ага, 64 голода. 78. Так, а кастрюля у тебя на руках осталась? Да, положу сейчас ее. Так, Стоп. По-моему, я понял, в чем проблема у меня с сервером. В чем? А, или ты пользуешься, я не могу... Я пользуюсь. Фу, я испугался. Не бойся, маленький. Я испугался, что опять заглючил. Вот. А, вижу, кастрюлю ты положил. Можно водичку теперь кипятить, набирать в водоемах и кипятить здесь, водичку делать. О, жирок можно поставить. Плавится. Свечки сделаем с него. Будем друг друга ставить, такс. О, Слава, а клей зачем? Слушай, я клей нашел. Клей, это чтобы делать... А, можно рецепты сразу посмотреть, смотри, как удобно. Да-да-да, делать можно этот дактейп, липкую ленту. Сразу можно нажать на любой предмет и... Очень, я не понимаю, что ругаются, очень удобный интерфейс. Мне не нравился раньше этот грид дурацкий, надо было... Я ни разу не выкладывал предметы, вот только добавили список автоматический. Идем исследовать мир, а то хочу ты исследовать. Я думаю, мясо надо, подожди, куда-то или выложить. Ты контейнеры не делал? Так зачем? Вот пусть лежит там себе. Ну я забрал. Давай съедим его тогда. Ну кушай. На тебе кусочек, мне много кушай, не надо. Я сытый, нормально. Ты полностью сытый? Ну почти. Ну смотри, я тогда поем. На 10% голода всего лишь. Кушай. 10%? Да. Голода. То есть на 80%. Мишка. Куда ты уже иди? Куда ты убежал? Надо было хлам повыкладывать. Я стою возле входа. Надо было хлам повыкладывать. Не факт, что мы здесь останемся жить. Вон там Мишка, осторожно. Думаешь, мы найдем сейчас себе прям виллу какую-то роскошную? Да, может быть там с бассейном, знаешь. Как? Ты жирок поставил плавиться. Мы еще вернемся. Так, давай вернемся обратно на куда? Дорогу большую основную. Давай сейчас, подожди. И давай поставим здесь меточку. Меточку. Сейф вейпоинт. Так, тут даже есть такая халабуда. А слушай, тут какие-то как круги вокруг дома, это... Это ландшафт. Ландшафт? Так, вот, так. Да, просто рандом гейм хочет обеспечить ровную площадку вокруг дома, чтобы нормально дом заспавнился. Можно даже по-русски писать. Напишем ла... Большую L нельзя, можно ла... Лачуга. Наша лачуга. Ты говорил, вот как там можно делиться этими. Можно. Save waypoint, show on map. Вот, выбираешь waypoint, нажимаешь share waypoint everyone. Player, Odessit, make waypoint лачуга. Только я почему-то его не вижу. Надо, может, по новой открыть. Не вижу твоего waypoint. Может, надо где-то их сейчас включить? А, лачуга. И? Нажми правый клик, добавить, может быть, как-то так. Shared внизу. Save. А, все, вижу, надо сохранить его. Окей, все, согласен. Потопали. Искать виллу, да, с бассейном. Говоришь. Да, так, вот в ту сторону пойдем, может там дорога будет. Все, я не могу теперь проследить, все ли ты полутал. Доверие, видишь, мы поделились своим поэтом друг с другом, и появилось доверие. Да. И уверенность. Я верю, что ты ничего не пропустил. Наивный дурак. Такс. Джекпот, дамы и господа. Вот какой-то треугольный домичек, я его тоже смотри под ноги. Антон, здесь мины. О! Я вижу. Олень? Или кто это был? Или это был зомби? Зомби. Смотри под ноги, здесь мины. Это база. Вот, начали спауниться зомби. Сейчас с автоматами? Они все заспаунятся.
с автоматами. Подбирай мины, которые найдешь под ногами. Как? Будем их ставить перед зомби. Ты смотри внимательно под ноги, тебе будет подсказываться, когда ты будешь видеть мину. Они немножко в землю так опущены, закопаны. О, вижу. Я подобрал, наверное. Да, сейчас подожди. Вот мы будем зомби на себя агрить. Уже заспавнился. Становиться... Ой. Становиться между зомби. По-моему, они сейчас сами к нам придут. Так. Да. Мина. Так, если зомби не идет к мине, надо, чтобы мина шла к зомби. Давай. Ставим прямо перед ней. Уи! Тебя там не накрыло? Громко. Не? Чуть-чуть совсем. Бабам. Че, прям много так на. Как? Ага, вижу. Как их ставить? Так, только их ставить. Я поставил? Я не поставил. Правой клавишей, все, я понял. Оу, е. Вторая серия уже экшен. То, как вы любите. Порох. Ну, такое. Я предпочитаю более спокойное развитие. Равномерное такое, неспешное. Здесь один ящик есть с всё вооружением. Хорошо. И не факт, что в нем что-то будет интересное. Как бы остальное все бесполезно для нас здесь абсолютно. На самой базе мин нету хоть? Нет. Все остальное будет. Вот тут один ящик есть, и все, в принципе. Из такого толкового. Ну, мешок тут был. 15 секунд. Этим. Можешь походить в эти вот. В палатке там должны висеть ящички с медикаментами. Вот, позаглядывать на стенках. Да места нету, надо сейчас выкидывать будет. Нет, я нашел сток АК-47, один несчастный. Целый собранный, да? Нет, сток это приклад. Да, это приклад. Вот, и рецепт арбалета нашел. Но рецепт нам без толку, сейчас у нас нет ресурсов, чтобы арбалет сделать. Пока мы не сделаем печь, никакого арбалета, конечно, не будет. Так, нажать. Рид. Так, смотрим. Я картошечку нашел. Кроссбоу нужен. Forged iron. А он появится у нас только после того, как мы наладим печку толком. То есть не скоро. Бандану нашел. О, напяливай на лицо. Угу. Вот, в принципе, все. Тут хлам еще. Не, ну что, я нашел 4 куска какого-то оружия. Ну и... О, отлично. Если и есть, пивасик если, нашел. Если ты знаешь рецепт оружия, если у тебя есть 2 кусочка, 2 запчасти, то ты можешь уже начать делать оружие. То есть ты его до конца не сделаешь, но вот... А можно собрать... Каркас, да, уже можно будет сделать. И место так себе это самое. Оружие. Так, что я нашел? А, пустой. Надо выбросить. Бокс. Это мы выбросим. Это мы выбросим. Вот Land Claim блок, я думаю, тоже, наверное... Ну да, я думаю, можно выкинуть, потому что смысла. Forage Void 200. То есть его можно переплавить, получить кучу ресурсов. Не такая уж и куча. Ну это как-то читерно. Я думаю, надо где-то его выкинуть просто на пол. Ты все полутал эти, да? Будки. Вроде домики. Бы, да. Вот тут ты забыл этот. Может, что-то не влезло. Обезболиваешь. Ау, 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 ау. Осторожно, ключи проволока натянуты. Проволока. Да. Я понял. Слушай, можно мешки с песком забрать? Так и не поискал. Можно. Заберем. Ну, бери они, блин, принципе, кирпичи не это самое. Ломаются с пару ударов. Да. По-моему. И с них ничего не скрафтить. Нельзя забрать. Так, масса 10. Нет, проволока уже натянута, уже все. Мне начинаются фоллаутовские вот эти припадки. Забрать все надо же обязательно. Да, ну это хорошо. Я нашел кофе. Так, стулья. Это что такое? Стекло выкинул. Да ты кинул клейм-блок на пол. Да? Не надо было? Контейнер положить. Зачем? Он исчезнет, наверное, через какое-то время, нет? А, ну может быть, да. Да. Или может тут шмотки не исчезают и просто нагружают сервер? Исчезают. А, ну все. Возьми спальник себе, води в дом из домиков, должен быть спальник, нет? Я не знаю, я не обращал внимания, наверное. Потом из этих. А, нет, здесь кровать.
Я спальник видел. Взял в одном из этих. Так его же вроде можно скрафтить без проблем, нет? Ну, да. Ну, можно. Можешь поломать, или я могу поломать, это самый. Палатку и получить ткань. Кучу ткани? Ой. Сейчас я кусок зомби нашел, тут валяется. Да, ткань. Или это не зомби, это мертвый этот. Неплохой способ пофармить тряпки. Мне что нравится, что падает ресурс сразу в руки, а не на пол, как раньше. Надо было подбирать потом. Угу. Дерево можно порубить. Прикольно, бревнышки лежат. Угу. О! О! Олень. Крашит сент. Сколько у тебя шкур? Шкур... 3. Надо идти за оленем. И стрелы всего 2. Давай сделаем чуть-чуть стрел. Чем раньше мы сделаем печь, тем раньше мы сможем... Так, надо как-то свитки. Добавлять в избранные предметы, только я пока не понял, допустим, как. А вот там, где крафт... А, фейворит вижу, да. Вот, например, стрелы я добавлю. Что еще надо добавить такого интересного? Что чаще всего инструменты первые, потому что они ломаются как... Да, каменный топор, наверное, можно добавить. А потом вот есть... Дубина у меня тоже уже наполовину. Ой-ой-ой. Это олень был? Не знаю. Может, ползающий зомби, кто знает. Я вот не уверен, срабатывают ли ловушки, если сам наступишь на них. Но я проверять как-то не особо. В смысле, ты думаешь, они не будут работать, если ты на них наступишь? Да. Хм, может быть такое? Может быть, но я, как уже говорю, проверять не хочу. Так, ты готов, нет? Один, я что-то пока не вижу, куда-то убежал. Follow me. Тут зомби начали спавниться. Ну, к нам идет. Давай. Так, ты готов? Да. Раз, два, пли! Я фиг знаю, попал, не попал. Если попал второй раз, есть, лежит. Бежит, по-моему, а не лежит. Лежит. Бери. Режек, ножик, пошли кромсать его. А, да. Мне показалось, что он дальше побежал. Я что-то сегодня ничего не получаю. Ты получай. А, нет, ты получил только что. О, Тоха, осторожно. Я не получаю ничего. Надо резать дальше. У нас навык фиговый, во-первых. Во-вторых, инструменты слабые. Она застанет, пей ее. А чё, у меня она как стояла, так и стоит. Ну да. Чё-то. Дам еще один. Давай резать. Или ты режь, пока я... Хорошо. А я пока промажу. Он все равно к тебе идет. Нет, не идет уже. Так, осторожно. А, я, по-моему, кусок мяса все-таки получил. Угу. Хоть что не отображалось у меня там. Главное шкуру забрать. Есть. Ты посмотри обязательно, как это. Анимация, ну как это делали? Motion capture. Это вообще просто прекрасно. Но вот это, конечно, анимация, когда они встают и падают, резкая такая. Это не очень. Там, короче, пацанчик такой смешной. Как он этого зомби изображал, это вообще балдеть. Я теперь смотрю. У тебя поломалась рубашка, наверное. Или что-то с ней случилось. Да, порвал. Скотина такой. Так. Надо будет мясо закинуть, это раз. 3 у меня кожа, у тебя, ты говорил, 5? 3. Тоже 3. Значит, надо еще 3. Ну пошли куда-нибудь, давай. Тебе может скрафтить рубашку? Надо сделать, я броню сделаю из ткани, у меня ткани достаточно. Она отдельно одевается, есть рубашка, plain fiber счет, а это будет броня как бы сверху. Из ткани? Так, а как она? Клосс, а, из клосса, да? Угу. А клосс делается у нас... Можно как-то посмотреть, нельзя отсюда посмотреть, жалко. Чего? Как клосс делается? Да никак, его надо только находить. А, только находить? Разве? Да. А, может быть, раньше делался из хлопка. Ну вот, мне кажется, делался. Раньше делался. Надо посмотреть, хлопок у нас есть где-то неподалеку. Я же вроде собирал, нет? У меня катона 54 штуки. Ну вот, нажми на катон. А, recipes. На катон, recipes. Close fragments. Да. 2 штуки. Крафт 10 штук. Могу все скрафтить хоть сейчас. Все.
Так-с, окей. Ну, идем куда-нибудь дальше. Мы, в принципе, там все долутали, как думаешь? Есть смысл возвращаться? Зачем мне кажется, еще? Нету. Мины, мины брать. Ну, такое. На 2 часа. И подорваться на них случайно, потому что я не замечу. Так, давай вернемся туда, там дорога была. Вернемся на основную дорогу. Согласен. Пойдем по ней. Куда она нас приведет? Может, к какому-то поселку, городу? А что ты говорил, в мусорных этих валяется? Что там найти можно? А? Ты говорил, что там может валяться в мусорных этих пакетах, что-то найти можно. В прошлой кость, серии ты говорил. Кость, а, кость, кость, понял, кость. Понял. Чтоб туши разделывать. Вообще идеально на тему отчета или охотничий нож. Вот ими разделывать, насколько я понял. То есть тут, чем более подходящий инструмент, тем больше ты получаешь лута за разделку. Или вот топором рубить лучше всего дерево. Ну, скрафтим еще. Че нам? Мина, по-моему, спереди. Нет, да. Камень был. Это мина, все. А, так тут хорошо их видно. Я, получается, на первое у меня было видно как-то наполовину просто, только. Да, там просто ландшафт немножко другой. И они как бы были чуть-чуть закопаны в землю, получается. Угу. Как... Что-то я тут не могу собрать. Такая маскировка. И камень, это все из-за этих самых, из-за высокой травы. Да, вот тут вот она вообще еле-еле кусочек маленький висит. Так-с, ну она, в принципе... Идем отсюда, вот, мне не нравится, не люблю мины. Вот туда. Так, одну секунду, я хочу посмотреть, могу ли я сделать бинт. Могу. Не то, чтобы я кровоточил, но... А, вот лучше я выпью этих. У тебя как с ХП, нормально? Да. Обезболивающие тебе не нужны? Нет. Блин, что-то я катон собираю, а может места нету? А, ну да. Логично. Текс. Надо будет водички найти, где-нибудь набрать. Потихоньку заканчивается. Кто-то взорвался. Фух, я испугался. Ты там крутился, я отвернулся, слышу, тебя нет. Это не я. Ты где? Я на дороге вот тут вот где-то. Ты можешь... А мы давай добавимся, мы не добавились. Я тебя добавил. В этот, в поиск сразу. Да, 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 ты у меня есть, отображаешься. Ой, вижу, где, вот ты. Вот это удобно сделали, конечно. Угу. Тут дорога дальше идет вот поверху. Угу. Так, я еще хотел... Дорога, конечно. Блин. Что есть, то есть. Да. Ну, как ты пыхтишь. Сейчас персонажи стали значительно более выносливы. О, еще один домик какой-то. Как ни крути. И это меня радует, потому что раньше там два раза киркой махнул и отдыхай. Угу, уже все сдулся. Хоть, да. И побегать можно нормально. Так, я дубину крафтил. И чё, чем закончилось? Ой, скрафтил, все хорошо. Мины пока трогать не буду. Я на бью. Толстяках надо мину использовать. Бьешь, я тоже бью. Все, он погиб, сзади, осторожно. Так, с подружкой. Него... Я знаю, что ты в сознании. У этого бинтики были какие-то, или не бинтики, лента это, как она называется? Сзади. У меня места нет. Клика уже. Лента. Да, я заберу. Она нужна там для порог. У этого. Отходи. Зомби, конечно, прикольные стали. Но вот эта вот анимация такая немного смущает. С ними стало немного сложнее теперь воевать. Уровень. Сзади. Осторожно, отходи. Назад, именно поставлю. Назад. Ко мне, на меня. Сейчас. У меня тоже заражение, все хорошо. Да, еще один сзади, зомби, осторожно. Еще и сзади один. Так, отходим. Ну. Давай. Мимо. Но не наступило. А если так? Мимо. Мимо. Не, ну мы можем их завести. О, он развернулся. Нет, мимо. Опять промазал. Удар. Гол. Нет, штанга. Оп. Ты прям что-то рисковый такой парень. Под ноги себе мины ставишь. Я чтоб наверняка уже. Знаешь, убить так убить. Себя, да? Да. А, у нас же мясо. Надо мясо куда-то девать, Слава.
А, я думаю, что не так. Да, ты прав. Так, давай. Зайдем внутрь, может, поставим там костер. Посмотрим, блин. Хлам. Тут хлам один. Пару ткани. Вот я думаю, можно сюда мясо положить, пока пусть лежит. В машину? Да, в багажник. Так, если что, какие-то претензии, все к машине. Это вне мяса. Закрыто. Так, тут у нас латуни. Обезболивающие есть. Ой, осторожно, медведь сзади. Так, тут наполовину доломанные блоки. Надо их доломать. Вижу. Мишка хороший. Такой мишек раньше же не было, правильно? Нет, мишки. Ну, они были в 12-й альфе. То есть для 13-й они не новинка. Но относительно моб новый. Mm-hmm. Вот. Медвежатинка, конечно, очень вкусная и питательная. Поэтому это лакомый такой. Лакомая добыча для любого охотника. Так, тут даже чердак есть. Ты смотри, там неужели сейф будет? Патроны, клей. Куча хлама. Дверь заколоченная, блин. Там пройти никак нельзя в другую комнату? Надо выбивать дверь. Так просто прям, не пройдешь. Прям дерево растет из этого. Это что такое? Это трубы эти. Да. Как так, скажешь. Стоп, я сначала поломаю этим. Не трубы, это, ну, кондиционирование вот. Вентиляция. Да, спасибо. Так, все, теперь топорами пошли. Могу сейчас топоров еще накрафтить. Вдвоем веселее. Надо накрафтить, чтобы навык поднять немножко, чтобы нормально топоры делать, а то какие-то эти... Так, а что это у нас? Теперь мы сначала эти сбили. Да. Теперь ну, самодвиг. Это смотри, это капец какой. Так, я сделал один топорик. Посмотрим, может получится нормального качества. Второго. Окей. Ну, по 3 урона. А если пивасика бахнуть, я сильнее лупить не буду? Не знаю. Я не знаю твой характер. У меня, кстати, это, есть уже одна кукуруза, кофе, картошка. О, нифига себе. Так мы можем уже, да, огороды делать. Мы можем уже где-то искать себе место более-менее такое и обживаться. Вот почему через вот эту дыру нельзя пролезть? С криком, а вот и Джонни. О. Смотри, тут можно Новый год отмечать на втором этаже прям. Очень актуально, так, по-моему. Закрытый, конечно. И здесь сумка с запчастями для охотничьей винтовки. Еще пара костей. Так, поскольку урона будет наноситься, мне интересно, по одному будем... Да, ну ты чё, пошли. Смотри, каких-то 1000 ударов надо нанести. По 500 на рынке. Смотри, я понимаю, что вдруг это очень там... увлекательно и интересно. Вдруг там по винчестеру каждому. По винчестеру. Так, ты этих лутал, ребят? Да. У него были патрончики и клей, кстати. Клей надо... Поплыли куда-то дальше, искать. Сделать из клея этот. Яхты и шлюпки. А, уже темнее, да? Не до яхт. Уже. Ну. Смеркалось, как говорится. Который там час у нас медведь уже? Медведь бродит. 20:00. В принципе, в 9 часов, по-моему, или во сколько там, они зомби начинают бегать, если ты помнишь, да, что они еще бегать умеют. Угу. Вот, кстати, еще одно дерево, смотри. Стой, если срубить дерево, то ходи сюда, можем зайти здесь. Давай, дерево. Это хотя бы с пользой будет. Ну. А, и подожди, а как мы пролезем там через эту? Ну да, тут видишь, двух блоков не хватает. Там занавеска. Ну давай. Это веселее, чем просто
долбить стену без толку. Так хоть дерево получаем. Пока нас было там медведь. Было бы прикольно, если бы можно было факелом поджечь дерево. Чтобы вообще все здесь нафиг сгорело. Было бы, конечно, да, дотла. И лес, чтобы пожарище устраивать. О, это было бы, да, весело. Из кулачины его, чтобы наверняка. А кирка только металлическая, да? Какой-то простенькой такой нету. Блин, ты такой фантомас вот и в бандане. Мне такое типа, навязчивое чувство, что ты сейчас так достанешь. Сейчас исчезни, подожди. А. Достанешь электрический молот, и меня кинешь. Так, у нас тут кухня. Блин, 17 FPS. Пустая банка. А что такое? Ну, я нормально, не знаю. Нормально, 50 у меня. 50? Какие у тебя настройки, Слава? Ой, низкие. Но меня, да, меня визуально, да, устраивает, как выглядит все. В принципе, это же игра не про график. О, у меня тоже бандана теперь есть. Поздравляю. Поздравляю. Теперь ты тоже фантомас. Что-то на... Вот. Да, без футболки. Где моя броня, где моя футболка? Я же броню себе крафтил. В инвентаре не хватило места, видимо, она упала на пол. Наверное. Где это теперь лежит, бедненькая, без меня. Еще два кофе. Одену хотя бы майку. Так, что нам говоришь, антибиотики надо, да, чтобы это... Да, 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 либо мед. Мед? Либо антибиотики из природных каких-то ресурсов. Так, я нашел рецепт для 10-миллиметрового патрона. Не то, чтобы он сейчас там пригодился сильно. Ой, я сюда, отсюда достаю до этого самого. А там это сама майка. Вот до книжного это самое хотелось бы достать, конечно. Ну давай быстренько спилим. Может там какая-то книжка полезная будет, действительно. Сейчас прикольно, конечно, то, что все рецепты видно у тебя сразу. Даже, ну, те, которые ты крафтить не можешь. Ну, на которые рецепты нужно искать, но ты теперь знаешь, какие. Да, отображается даже количество рецептов известных и суммарное количество рецептов. Вот сверху в инвентаре крафта. Там 63, по-моему, суммарно. И отображается количество известных тебе рецептов. Хотя бы ты понимаешь, когда уже пора остановиться, что ты уже все нашел. Ну, общее количество, по-моему, раньше отображалось. В 12-й альфе, во всяком случае, когда я играл. Разве я такого не помню? Ну ладно. Просто ты их раньше не видел. Никак. Их не видел, но они отображались. Отображалось просто общее количество. А сейчас ты видишь даже сами рецепты, что так, именно... Так, молоточек я нашел. Что там было? Кожаные ботинки. Рецепт. О, напяливай. Это рецепт. А, рецепт. Жаль. О, ты слышишь? Слава, ты это слышал? Ночь. У нас, по-моему, гости нет? Был такой звук. Нет? Подозрительный. Нет. Я ничего не слышал. Ты меня запугиваешь или напугиваю. Что? Я не понимаю. Полезли, может, на чердак? Нет? Будем ломать сейф всю ночь. Как вариант. Ты, кстати, ночью это насколько длинными делал? Или ты не помнишь? Соотношение я не помню сейчас. Но... Ну, как, по-моему, стоковое стоит. Обычное соотношение. А, там именно соотношение идет в зависимости от длины дня? Соотношение светлого времени суток, да. К темному времени суток. То есть, чем больше суток, ну, я понял. Чем длиннее сутки, тем больше проще. Суток, да. Да. Сколько у вас суток? 2-3. Так, что, давай на чердак. Ну, или пошли, мы нам... Через улицу надо. Через улицу? Да. Вот, блин, засада. А что там, вот это звук, ты слышишь? На тон, не пугай меня. Ты еще и факел убрал. Нет, я просто забежал внутрь. Ты быстро забежал. Но звук реально стрёмный был. По поводу вот свет, на свет они реагируют? Я вот что-то не помню уже.
По-моему, свет добавляет так называемый heat map, то есть карта активности. Вот, чем больше света, тем больше шансов, что туда сбредет истеричка. У тебя остались мешки эти вот? Какие? С песком. Да. Ну, давай, замурой. Вот. Стой. Слушай. Смотри. Бамс там минус наружу поставим и ставь мешки сюда. Чтоб весь дом взорвался нафиг, да? Не, он же, ты же видел, мины наносят урон только этим самым, только монстром. Даже блоки не ломаются толком. Так, ну, посмотрим, сколько я наношу урона. А, смотри, киркой нормально так. То есть ты решил посреди темной ночи, когда вокруг ходят зомби, смотри, уже 800. Взять кирку и фигачить эту, да? Чё, нет? Ну, давай. Все равно у нас бессонница. Не, ну у нас-то у нас, а у зомби. Давай мы, как всегда, на самом интересном закончим. На моменте, когда у меня кирка сломалась. Хорошо, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Еще 490 ударов. Музыка коварная такая. Нет, у тебя музыка не играет такая мрачная? Да. Пишите ваши предложения, пожелания по поводу нашего коопа. Мы через несколько серий на них обязательно отреагируем, потому что мы записываем наперед, если что, если вдруг кто не знает. Если для кого-то новость. Да. И да, всем спасибо за просмотр. И пока.